Всем привет! Канал «Ленивая путешественница». Мы находимся на видовой точке на Кипре, недалеко от нашего отеля. Вот он стоит огромный. При Самаре бич, 5 звезд, который входит в сеть отеля «Цокос». «Цокос» есть в Египте, на Кипре, еще где-то, не помню. Вот, но здесь их отелей 18. От трешки, четверки и вот пятерка появилась у них. Такие достаточно бюджетные отели. Здесь идет променад, вот люди ходят. Сегодня сейчас февраль 24-го. И вот, наверное, у нас отель «Актива Виллаж» впереди. Это он не работает сейчас. Такой бунгальный. И рядом вот этот «Ниси Блю» бич. Пятерка новая тоже. Она перед пандемией открылась. И вот здесь вот на этой точке есть лавочка. Такая вся изрисованная туристами, с мусоркой переполненной. И вот здесь такая, такой столбик. Active Beach Village. Это от отеля видно презент всем. Написано Нью-Йорк, Бейрут. Сколько километров до этих городов? Рим, Берлин. То есть, ну и другие города. И вот вид. Такой замечательный. Там Ниси Бич, следующая будет бухта. Потом Макронисы с желтеньким такой виден. Вот оно море. Сейчас удивительные дни по температуре 18-20 градусов. Тучки иногда находят, но в основном солнышко. Население нашего отеля вылезло на пляже и на лежаки у бассейна. Туристы по променаду ходят, все в шортах, всем жарко. Такая здесь красота. Водичка бирюзовая, чистая. Это Средиземное море, Кипр, район Ионапы. Как я говорила, уже вулканическая поверхность застывшевала с цветочками. То есть, кто не любит жару, всем хорошо на Средиземном море. Но так как Кипр находится ближе к Африке, он теплее, чем Средиземное побережье Турции, острова той же Майорки, там Коста Браво, Коста Дорадо, на 2-3 градуса на Кипре теплее. Красота отсюда открывается. Видно Айянапу. Отдельная часть. Всем пока.